Среди участников ночного патруля в основном мужчины. Рука об руку с молодыми автолюбителями – водители со стажем. Чтобы стать членом общественного движения, каждому пришлось пройти проверку. Обязательные условия – отсутствие судимости и факты лишения водительских прав. Теперь общественники будут тесно сотрудничать с дежурными экипажами ДПС во всех районах города и сообщать о нетрезвых водителях на дорогах. Уже определен лидер. Алексей Сафин за рулем больше 10 лет. Уверен, с поставленной задачей справится. Увидеть, подсказать и предотвратить – это под силу каждому. Там никого не нужно ни зажимать, ни перекрывать. Это все работа правоохранительных органов. Наша основная цель – только подсказать, где что. Работать общественники будут на чистом энтузиазме. Вопрос безопасности, говорят, для них принципиален. Начальник областного главка Сергей Солодовников в эффективности такой работы уверен. Опыт отработан в Кировской области. А все те, кто будут лишены права вождения судом, мы их в списке вывесим в интернет. Пускай со мной судятся, ругаются, спорят, но мы пойдем на правовом поле на те меры, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Патрулировать самарские дороги общественники пока будут только по пятницам и субботам. Связь с дежурными экипажами ДПС будут поддерживать по телефону, так и через интернет-приложение. Число активистов со временем планируют увеличить. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.